Меня зовут Алена Трезиденцева, я ведущий преподаватель компании English for Future. И в этом видео я решила поговорить с вами о вступительных фразах, с помощью которых мы можем познакомиться с кем-то или просто завязать разговор. Ведь самые первые фразы, они самые главные. И очень важно произносить их таким образом, чтобы можно было с легкостью поддержать какой-либо разговор. Поэтому давайте начнем сначала. Итак, в первую очередь нам нужно познакомиться, точнее не познакомиться, а давайте поздороваемся. И как вежливые собеседники, давайте спросим, как у нашего собеседника дела. For example, например, Hello, how are you doing? Hello, how are you doing? Repeat after me. Повторяйте за мной. Повторяйте за мной произношение. И повторяйте за мной сразу же фразу. Не отдельными словами. А ваша задача с самого начала, независимо от вашего уровня, смотря на то, что даже если у вас самый начальный уровень, мы сразу же должны с вами начинать учиться говорить цельными фразами. Не отдельными кусками. Не отрывать слово от слова, а говорить полным предложением. That's why. Поэтому. Hello, how are you doing? Good morning, how are you doing? Good afternoon, how are you doing? Good evening, how are you doing? Okay, как мы ответим на этот вопрос, если кто-то задает этот вопрос нам? Мы можем сказать, Hello, I'm fine, and you? Hello, I'm fine, and you? Okay, good, very nice. Итак, можем сказать, например, можем задать такой вопрос. Hello, how is your mood today? Hello, how is your mood today? Привет, как твое настроение? Когда мы задаем вопрос про настроение, обычно, на самом деле, никто не знает этого слова из русскоязычных студентов. Но, тем не менее, ваша задача сейчас выучить это слово. Итак, how is your mood? How is your mood today? Okay, perfect. Как мы ответим на этот вопрос? We can say, Thank you, my mood is good. Thank you, my mood is good. Or we can say, Thanks, my mood is perfect. Thanks, my mood is perfect. Okay, хорошо. У тебя уже очень хорошо получается. Но еще одна фраза очень полезная. Знаете, мы учим прямо вот такими вот фразами, в которую, как такой трафарет. Вы в этот трафарет можете потом подставить любой глагол, который вам понравится. Итак, мы можем спросить, What are you doing today? What are you doing today? Что ты делаешь сегодня? Или же, What are you going to do today? What are you going to do today? Что ты собираешься делать сегодня? What are you going to do today? Mm-hmm, good. Как мы ответим на эту фразу? Как мы ответим на этот вопрос? We can say, мы можем сказать, I'm going to the shop. Я собираюсь в магазин. I'm going to the shop. Good. I'm going to the bank. Я собираюсь в банк. Perfect. I'm going to the office. Я собираюсь в офис. Если же мы собираемся что-либо сделать, мы можем сказать таким образом. I'm going to buy some food. Я собираюсь купить еды. Да, купить какую-то еду. I'm going to buy some food. Super, really very good. I'm going to the gym. Я собираюсь в спортзал. Или же... I'm going to run today. Я собираюсь сегодня побегать. Yeah? Okay. Or we can say, I'm going to learn English. Я собираюсь поучить английский язык. Поэтому вы можете составить любые предложения то, что вы собираетесь делать сегодня. Да? I'm going to... Добавляем какой-то глагол, verb, видите на экране сейчас, и доставляем today, например, сегодня. Или now, сейчас. Поэтому, для того, чтобы закрепить, обязательно повторяйте эти фразы полностью, да? Не раскрепляйте слова
друг за другом, да, не говорите, не нужно говорить отдельными словами, сразу же фразу, тогда результат придет намного-намного быстрее, и вы намного эффективнее будете практиковать свою разговорную английскую речь. Итак, ваша задача написать в комментариях, что вы собираетесь сегодня делать. What are you going to do today? What are you going to do today? Попробуйте составить свои собственные предложения. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новыми видео. Thank you very much for your attention. Improve your English. Become better. Bye-bye.